Нечего сорить только. Самая главная цель и задача этой акции, прежде всего, чтобы человек вспомнил о Боге. Может быть, это кого-то остановит от совершения злых дел. Конечно же, мы приглашаем не только православных верующих на эту акцию, вообще всех жителей и гостей нашего города, потому что это то, что служит объединением всех людей.